В Твери состоялась первая ярмарка-выставка предпринимателей Верхневолжья. В мероприятии приняли участие члены Тверской торгово-промышленной палаты и бизнесмены. Участники провели деловые встречи и смогли расширить взаимные деловые контакты. Подробнее в нашем материале. Местом проведения стал бизнес-центр «Тверь» на Смоленском, 29. Основная цель выставки – активное продвижение тверских товаров на внутреннем и внешних рынках, налаживание кооперативных связей между предприятиями, проведение территориального маркетинга, развитие малого и среднего бизнеса. Здесь совместно с бизнес-центром торгово-промышленная палата подписала соглашение с Московской областной торгово-промышленной палатой. Они приезжают к нам на всевозможные выставки со всех городов Подмосковья. Тверской бизнес будет ездить туда. Будем совместно с бизнес-центром, с Игорем Александровичем Ялышевым. Вот, он поддержал, и нас поддержала администрация города Твери. На универсальной выставке «Панорама» на Смоленском, 29, продукция по своим группам была совершенно разная. Это хлебобулочные, кондитерские, меховые изделия, молочно-сырная продукция. Большая часть товаров собственного производства. Было представлено несколько торговых точек. Также были изделия «Хендмейд». В ярмарке принимали участие как известные в городе предприятия, так и начинающие предприниматели. Ярмарки-выставки планируется проводить в течение всего года. Сегодняшний случай, он начинает как бы большой, дает старт целому комплексу той помощи, которую торгово-промышленная палата оказывает предпринимателям по налаживанию вот таких вот постоянно действующих связей между производителями и потребителями в том числе. На таких мероприятиях предприниматели получают возможность пообщаться между собой и представителями городских структур. Кроме того, каждая компания может представить свои проекты и понять, насколько они принципиально отличаются от продукта конкурентов. Более того, мероприятие может оказаться полезным и для тех граждан, кто никак не связан с бизнесом, но планирует открыть свое дело.